блядь. Ты говоришь, что вас здесь шестеро, ебать. Не знаю, где тут шестеро, блядь, не знаю. Вот двое здесь были, их нету. Двое нас, четверо. И один там, вот. Нас трое человек всего. Трое, вообще, трое. Да. Больше а, я не... а то, что сын там пошел проебался, как его позывной? Не знаю его, как позывной, я хуй его знаю. Насколько привели, я... А стволы, почему ты без ствола ходишь? Да мне вон там сходить-то, секунд 10, за водой-то, блядь, я быстро расходить. Все, минус, минус, отдыхайте, отдыхайте. 6 секунд, блядь. А ты, а тебя как давно сюда прислали? Ну уж почти неделю здесь, 5-6 дней, что ли, блядь. Угу. А ты там где-то, ты шел, когда получается, ты налево повернул вдоль и через воду перешел? Не, нас проводил какой-то с нами был, у нас туда довел, и его командир, что ли, он, кто, я не знаю. Его да, но вы когда шли через, вы перешли через болото, и вдоль, и вода слева вдоль, вас... вдоль болот по берегу мы шли. Да, и вода, да, у вас слева была, да? Да, по-моему. Mm. Вас возле лапки высадили или где? Нас сюда прям привели. Экипу проверили. Что вы, блядь, пацаны, нахуй? Подожди, куда ты садишься? А ты что? Что там у тебя есть? Проверили тебя? Автоматы мы собрали, но документы не показали. Блядь, мужики, нахуй, раздевайся, заебали вы, нахуй. Раздевайся. Точно? Да раздевайся, да, это ж старый, он же говорит, это старый, нахуй. Снимай броню, нахуй. Это тут со мной есть замочки. Где четверо, где остальные трое? Ну где трое? Кто-то я. Сказал, что вас здесь должно шестеро быть. Нету. А где они? Все ушли. Куда ушли? Ну, сюда, за это, за болото. А 300-е где? Да, снимай. А где 300-е? Я 300-е ввели, а оба не вернулись. Ага. А приходил к вам или нет? Нас заводил. А где? Он говорит, что где-то проебался. Не знаю. Не знаю, вон. Проходу, прогулки. Бля, мужики, я эту хуйню нахуй доложу, нахуй, и вас разъебут, и разъебут за эту хуйню, нахуй. Ну, ебать, ну, вы понимаете, что я просто скажу, что вы, ебать, нахуй, исполняете здесь, вы должны позиции держать, а вы без оружия лазите, нахуй, где радейки ваши, вам должен был радейку провести, почему вы на связь не вы, здесь блинчики? Да. У меня там БКшка осталась. Да сейчас эти дроны летают, подождем, я на меня выйдет, если пусть он потянется, я ему скажу, что хуйня у вас, это какая-то полная хуйня, блядь. Оставить здесь вас без еды, без воды, без связи, нахуй. Чтобы что, вас только эти пидоры в плен взяли, нахуй? Заряжать эту родинку, там, я забрал у этого. Вечера, думаю, блядь, хуй знает, может, о 200-х, я думаю, пошел сюда. Держи. Побрал к себе. Сюда, мужики, блядь. Да, блядь. А эти, сука, заебали, такие кропы, нахуй. Блять, ни коррективу подать, ничего, блядь, ни компаса, ни хуя, блядь. Я сейчас пойду спрошу у товарищей. Где? Вот тут у нас. Да, да, давай. Давайте в зеленку немного забыть, потому что... Тут вот по одной линии, блядь, ебашит АГС. Угу. До нас у него, блядь, полет 4 секунды, где у нас взяли. Угу. Он по прямой туда, вот, блядь. Угу. Ебашит полька, блядь, оттуда же прям вот. Но дальше она стоит, блядь. Наши откуда-то хуяч, но они, блядь, как-то сюда идут. Вчера, по-моему, они нас повели 5 человек, 4-х. Троих прямо на той стороне, где 300-го ушли. На этой стороне 4-го 300-го. Вот мы по один. Ну, они говорят, что потерь пиздец здесь у вас. И то, что говорят, говорят, то, что он мне сказал на месяц, на полтора. Бля, я зашел в этот лес и думаю, ёпт твою мир. Я говорю, что делать, как вообще здесь быть? Вот, мне похуй на там, вас. Помнишь, выжить, этот, все, короче, 200-й лежит толстый? Да. Возле него красный есть. Да, мужики, блядь. И то есть нас сюда привели, мы сидели там, и не знаем, кто, откуда, что вообще, хуй не знает. Он сказал, вот, короче, как обычно, нихуя не довели вам. Окапывайте здесь. Потом он подошел к бару, нагло тебе радейку, это говорит, вашу. Угу. Говорит, у вас старший. 300-й, он говорит, на тебе радейку.
мы это, ротацию делали, все, и они ушли. Все, мы остались, вот, первый раз пришли, хуй, знаю, что это в лесу делать. Я автомат, грубо говоря, блядь, пятый раз держу, блядь, в руках, хуй знает, что с ним делать. И сидим за этим, блядь, не пойму, блядь. И позавчера пошел. Там крыль нормально. И вектор заметил. А ты, блядь, в глаза скажешь, что ты мне только что говорил? Конечно, скажу, блядь. Он к людям как нелюдям, да, относится? Он собрал там, блядь, гей-кружок, блядь, ёбаный нахуй. Нихуя ничего не делают, ни трёхсотых не таскают, не копают, блядь. Ну что я хочу вам сказать, мужики? Хочу вас поздравить. Тому що ви попали в руки чистокровного українця, нахуй. Ну нормально, це нічого не. Ну буває, мужики. Кулі зробиш, їбалом в пол, ліг. Бестро, сука, їбалом ліг.